Накануне на территории производственного комплекса по переработке отходов животного происхождения в деревне Доржи открылись очистные сооружения. К слову, сооружения очистки оказывают прямое влияние на местный микроклимат. Так, инвестиционный проект получил поддержку государства. Теперь филиал предприятия «Белсалтрейд» работает на экологию всего региона. Современный комплекс по очистке стоков посетил председатель Гродненского облсполкома Владимир Караник. Глава области подчеркнул, что на предприятии созданы самые современные технологии биологической очистки. Благое дело – это переработка биологических отходов, безопасная переработка. Это создание рабочих мест, это превращение отходов в доходы. Поэтому и проект, который начинался здесь, он должен был получить содействие государства, был реализован. Спасибо за вашу работу, спасибо за этот проект и в добрый путь.